Одессе, интернет-магазин Тукэмп и видеообзор палатки от компании Филиус, палатка Нор-3. Палатка идет в чехле, с удобным наплечным ремнем. Палатка идет желто-черного цвета. Сейчас посмотрим, как эта палатка разбирается. Этап данной палатки выполнен из дюраля. Чтобы разобрать палатку, надо потянуть хаб на себя, упираясь в звездочку. Чтобы собрать палатку, давим на хаб и притягиваем вверх палатки к себе. Каркас палатки выполнен из дюралюминиевого сплава толщиной 8 мм. Внутри палатки есть два кармашка для всяких мелочей и вытяжка. Молния в данной палатке у нас идет двухзамковая, односторонняя. Юбка по периметру увеличенная, что позволяет защитить вас от задувания снега и ветра. По периметру юбки идут петли для оттяжек, внизу идут петли для верхушки. Палатка выполнена из ткани Oxford 210D. Размеры палатки по низу 270 на 230, высота палатки 165 сантиметров. Собираем палатку. Во время сборки палатки освобождаем колено от материала, чтобы он не порвался. Подтягиваем материал вверх. Для защиты вашего чехла многие рыбаки рекомендуют сюда надеть обрезок пластиковой бутылки. Тогда каркас не порвет ваш чехол, и он прослужит вам намного дольше. Интернет-магазин Тукэмп. Понравилась палатка, заказывайте у нас на сайте. Меня зовут Арсений. Рекомендую.